фотографировать. Вы когда будете в Икее, вот такие деревянные, вот такие. Сейчас читаю Беркат Амазон. Ной делаху, одной лайне, алшин хатура, сайне, эс, хэм, Вообще это же надо было иметь, мы сами должны это выдумать. Вот сейчас мы сами должны это делать, мы хотим, 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 чтобы надо не. А на хире смотрим, что мы должны это делать, мы должны это делать, мы должны это делать. А нахне мы идем лохом, бахом, мы сейчас должны это делать, мы 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 כמליות חמלה יפסיך עוד שחוב שניים שלנו כמובן משלם נאי השם מרקש מהמיין בכלל ברוך אתה אדוני בני ברחמו וישורו אינו מן ברוך אתה אדוני לעין מלך ולמעין ובין מלכני עד הרעין וברעין וגלעין לסן ולשם ולשק ומעין ועושה למען חדר מעט ובקש ומעין 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 ויעת ולוני איג מולד וגמולד 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 חיין וחס תחם ולך עשו בעשו תחבור חושי נחם בו נוסף וחלקו בעבר חיים שלנו חוזר ומכל זה לא יאמר לך שכני ורחמו נאים לך לעין ולמבוץ ורחמו זו חושי מבוץ ורחמו נשאר וחזר דם שבו נולד מייסן זו חושב ונולד מיינים ואף אני יכול לסייני וחוב את דברי וכן נחת כעס וכעס וכדיש ואף אני יגיד בו אלוקם ולהגוד כאן זוכן וכן מהקום מסלסני ואף אני אשלח לנו ברוך ומריב ובאי זה בצני ומתרות ומשך נשכם מילוב ואף אני אשלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ואף אני אשלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ואף אני אשלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב יבשר לנו בשורות טובות ישועות ורחמות הרחמן ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ורחמות הרחמן ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ורחמן ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב הרחמן ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב הרחמן ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ורחמות 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 הרחמן יברך אותי ואת אשתי היקרה ואת אמי מורתי ואת אותם ואת ביתם ואת המצוות שלנו אותנו ואת כל אשר לנו כמו שנתברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל כן יברך אותנו כן מוזנו כלום יחד בברכה שלמה ונאמר אמן כלומר הום ילמדו ולעם נעלם ועלינו זכות שתן לשם שם זכות רחמון ידכן למות המשיח משיח אי לי 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 משיח ויישא יחס ידך ומשביע לכל חי רצון ויישא יחס ידך ומשביע לכל חי רצון פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון פותח יחס ידך ומשביע לכל חי רצון אדוני זה עמוי ייתן, אדוני יברך עמוי ושלום. לי 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 Ein lein 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 lein
נעזור לכולם, כל הישוע. Als dat meisje geweest, als dat je en God had gezien en dan zou ze en dan doen, en dan die tonsen gezien. Я сказал, что все было, мы собрались, как было много, мы веселились, мы радовались, мы молились. И самое главное, Я же шью, вы знаете, да? И вот у меня одна семья. Вы знаете, бедная, ну, вот видно, что она мне принесла такую одежду ремонтировать. Она, по-моему, ее бесплатно взяла, не то, что со вторых рук. А вот я не знаю, где выкопал. Ну, знаете, я бы такое не одела. И я такая думала, я по 5 шекелей, я говорю, вот я штаны пошиваю, говорю, 25 шекелей. А тут по 5 шекелей, там нашила, говорю, вот ты знаешь... Я просто вот делаю тебе, ну как? Не что? Да, заплати мне по 5 шекелей. Она пришла вот так смотрит. А, еще давай проверять, как я сделала. А потом говорит, слушай, у тебя есть бит? Я говорю, нету. Она говорит, ну ладно, у меня нету наличных. Я тебе переведу по биту. А у меня нету бита, ничего. А бит это же... Это надо номер... И в общем, она куда-то пропала уже. Я уже думаю, ладно, сейчас с ней... Мне даже стыдно идти по эти, как сказать, ну, я уже думаю, я видела, что она мне принесла. Но понимаете, когда ты ремонтируешь еще старую одежду, это еще хуже, чем ты новое что-то делаешь, правильно? Ты там копаешься, копаешь. То есть мне это хватило. И вот, значит, я, у меня там подруга, ее зовут Ардена, я тоже ей шью, подшиваю. Вот буквально 4 дня назад я иду, она говорит, Орна, ты знаешь, я была в Италии. Я тебе такое привезла. Я, говорит, как увидела, все, говорю, это Орна. Она мне привезла костюмчик. Кстати, я была в нем на шаббат. Юбка синяя, пиджачок. И с Италии, и вот здесь вот такая бляшка. И я говорю, сколько стоит, сколько я тебе должна? Она говорит, это тебе подарок. Я просто, говорит, не могла не купить. И я говорю, вот все-таки, знаете, когда ты прощаешь, когда ты уже отпускаешь, ты получаешь, как сказать? Еще больше. Аля Ардена, что я еще нашим, что лоби шермин, аля типу ним шермин. А, да, не будешь носить. Я же от еще займаю, что я типу ним. А ну-ка, чего ты?